сегодня мы хотим познакомить вас с Институтом новых материалов и нанотехнологий НИТУМИСИС. Сейчас здесь в студии присутствует директор, это я, Калошкин Сергей Дмитриевич, и заместитель директора Подгорный Дмитрий Андреевич. Здравствуйте. Мы собираемся познакомить вас с тем, чем мы занимаемся, рассказать немного об институте, о том, как, может быть, поступить в этот институт, если вы надумаете и захотите нас посетить. А потом у нас есть надежда, что мы сумеем подключиться к студентам, и они прямо, так сказать, с места, с лаборатории расскажут, чем они занимаются. Ну что, можем... И, наверное, в конце ответим на вопросы, которые поступили к нам и которые будут. Да, у нас здесь есть компьютер, на котором мы видим все ваши вопросы, которые поступают. Вы можете их уже начинать задавать, а мы пока расскажем о том, что мы запланировали, с чем вас хотим познакомить. Я уже сказал, что институт называется Институт новых материалов и нанотехнологий. Но вообще, если вы задумаетесь о том, что двигает прогресс технологий, как развиваются те или иные экономики, то вы увидите, что в принципе все зависит от тех материалов, из которых изготавливаются те или иные изделия, устройства, предметы, все, что нас окружает. И мы хотели бы провозгласить такой тезис, что новые материалы, которые разрабатываются человечеством, они, в общем, определяют прогресс тех технологий, которые будут нас окружать в ближайшее время. Поэтому мы и называемся Институт новых материалов. Мы занимаемся теми материалами, которые в будущем будут определять те или иные технологии развития экономики и так далее. Вот здесь на этом слайде показаны некоторые из материалов, которыми мы занимаемся. Это и наноматериалы, и сверхпроводники, материалы ядерной энергетики. Занимаемся постоянными магнитами. Значит, вот у меня на столе лежат некоторые образцы. Вот я хочу продемонстрировать вам постоянные магниты. Я не знаю, каждый, наверное, в руках держал постоянный магнит. Есть у нас такие... Или на холодильник прилеплял. На холодильник прилеплял. Или вот есть коробочка с магнитом. Она открывается и закрывается благодаря притяжению магнитному. А вот настоящие магниты, мощные магниты, я с трудом могу расцепить. Это доставляет мне довольно серьезные усилия. Если я буду неаккуратен, я себе просто могу повредить пальцы, потому что энергия этих магнитов колоссальная. И сейчас огромное количество разных применений находят постоянные магниты. Ну, например, если взять электродвигатель, то с постоянными магнитами он будет на 30% легче, чем электродвигатель асинхронный без этих постоянных магнитов. Занимаемся датчиками, аморфными сплавами. Вот у меня есть тут еще аморфный сплав. Это сплав, который не имеет кристаллической структуры, получен сверхбыстрой закалкой со скоростью примерно 1 миллион градусов в секунду. Он имеет аморфную структуру, он довольно прочен. Толщина этого сплава примерно 20 микрон. Вот я не знаю, помнит ли кто-нибудь из вас, сколько толщина человеческого волоса, Дмитрий Андреевич? Наверное, помнит или знает. Помнят. Ну, разные, конечно, есть люди. Если, так сказать, европейский волос, то это 40-50 микрон. А взять мексиканский, там будет и все 120. Потолще. Вот эта ленточка примерно в 3-4 раза тоньше человеческого волоса. И она довольно прочная, имеет аморфную структуру. Если я ее закристаллизую, что, в общем, не очень трудно, я сейчас продемонстрирую это. Вы видите, она немножечко потеряла свою форму, но совершенно изменились свойства. Если эта ленточка целиком может рваться, она, ну, ведет себя как довольно прочная, упругая лента,
то ленточка закристаллизованная, она просто рассыпается. Эта кристаллическая структура совершенно не имеет хороших механических свойств. А рядом, если вы видите, значит, магнитные датчики написано, вот это тоже аморфные микропровода в стеклянной оболочке. Я не знаю, видно вам или нет, вот в намотанном состоянии этот микропровод виден. Но при толщине примерно 10 микрон одиночный микропровод не увидеть. Но на основе таких микропроводов делают самые современные датчики, которые используются в технике для измерения сверхтонких полей и так далее. Разное имеет применение. Занимаемся мы полупроводниками, выращиваем кристаллов, биоматериалами. Вот у нас, наверное, сегодня состоится подключение с лабораторией биоинженерии, в которой делается много для того, чтобы материалы подобрать для применений биомедицинских. Композиционные материалы, огромная область, суперконденсаторы, выращиваем кристаллы, занимаемся фотовольтаикой. Фотовольтаика — это батареи электрические, которые преобразуют солнечный свет. И вы хорошо знаете, что больше и больше вот такие источники энергии используются во всех отраслях, не говоря уже о космосе и так далее. Наверное, это можно назвать альтернативной энергетикой, потому что и существуют и другие направления, связанные с этим. Ее так, собственно, и называют — альтернативная энергетика. Немножко дальше я, может быть, подробнее остановлюсь на этом. Есть у нас лаборатория, которая занимается сверхтвердыми материалами и даже алмазами. Видите, значит, мы умеем выращивать алмазы, мы умеем спекать алмазы, делать из них инструмент. Вот у меня в руках красивая такая елочка, вырезана она на абразивном станке. Под давлением через узкое сопло подается вода, смешанная с абразивом. И таким способом можно вырезать вот такие красивые предметы. До 10 сантиметров камня и до 3 сантиметров металла можно резать спокойно вот таким инструментом. Но для этого нужно сопло, сделанное из алмаза или сверхтвердого материала, который содержит в своем составе алмаз. Поэтому, в принципе, когда появляется новый материал, появляется новая технология. У нас 8 кафедр, разными направлениями эти кафедры занимаются. Вы видите, все эти кафедры приведены на этом слайде. Но все кафедры в той или иной степени занимаются материалами. Разными материалами. Далеко не полный перечень я перечислил, и довольно сложно это сделать. Я предлагаю всем, кто заинтересовался институтом и хотел бы побывать на кафедрах, написать об этом. Мы всегда с вами сможем встретиться, провести по лабораториям, по кафедрам, рассказать, чем мы занимаемся, потому что лучше всегда один раз увидеть, чем много раз услышать. Воочию увидеть, как это происходит. Совершенно точно. Дальше у меня вот возникла такая идея, я решил рассказать не о том, чем занимаются кафедры, а о том, какие проекты мы запустили в 2022 году. Первый проект, который я хочу представить, им руководит профессор Корсунский, проработавший более 20 лет в английских университетах. Сейчас это заведующий лабораторией «Луч». «Луч» расшифровывается как «Лаборатория ускоренных частиц». Эта лаборатория ставит своей задачей построить нанотомограф. Вы все прекрасно знаете, что такое томография. Когда пациента кладут на стол, заводят, значит, в специальное магнитное поле и анализируют, какие, значит, органы в каком состоянии находятся, состояние всей внутренней структуры человека в медицинских томографах изучается.
А что, если нам нужно изучить материал внутри? Для этого недостаточно магнитного поля, нужно рентгеновское излучение. И довольно мощные источники используются. Вот эта лаборатория ставит своей целью разработать нанотомограф. То есть мы можем с точностью в несколько микрон или даже долей микрон определить структуру, внутреннюю структуру материала. И таких томографов на сегодняшний день пока нет. И эта лаборатория вот в ближайшие годы разработает такой томограф, и уже первый результат эта лаборатория получила. Другой пример — лаборатория структурных и термических методов исследования материалов. Этот проект тоже был запущен в 2022 году. Профессор Иванов руководит этой работой. В этой лаборатории строится нанокалориметр. Ну, калориметр — это прибор, который измеряет очень маленькие тепловые эффекты. А в данной лаборатории будет построен не просто калориметр, который очень чувствительный, но он сможет изучать образцы, масса которых будет составлять сотни микрограмм или даже десятки микрограмм. Речь идет иногда даже о долях микрограмма, но это для совершенно специальных таких материалов. То есть представляете, что это уже не прибор в прямом смысле слова, в который мы погружаем образцы, долго ждем и что-то делаем. Это микросхема, на которой кладется крупица, которую, может быть, не всегда можно и глазом заметить, материала, и исследуются все его характеристики в процессе непрерывного нагрева. Следующая лаборатория — это лаборатория, руководимая профессором Иноуэ. Он долгое время работал в Тохоку Юниверсити, это в Японии, в Сендае. Сейчас работает в других университетах и, в частности, руководит лабораторией в МИСИС. Занимается аморфными сплавами. Я только что показывал вам образец такого аморфного сплава, но это не просто сплав для развлечения, а сплав, обладающий уникальными магнитными свойствами. И вот справа внизу показан трансформатор. Если использовать аморфные сплавы вместо обычной трансформаторной стали, то трансформатор будет примерно в два раза легче и меньше по размерам, и примерно в три раза экономичнее, чем обычные трансформаторы. А сверху изображен томограф. Не столько томограф, это скорее, значит, магнитокардиография. Когда мы все знаем, что такое кардиография, кардиограф, да, когда измеряют электрические сигналы, которые генерируются сердцем при работе. Но если изучать магнитные поля, которые возникают в процессе функционирования всех этих сигналов, то чувствительность и информативность этих сигналов примерно на порядок выше, чем электрокардиография. Для магнитных томографов нужны сверхчувствительные магнитные элементы. Они могут сделаны быть вот из такого микропровода, может быть тоненькая ленточка, но одно точно понятно, что магнитокардиография должна опираться на самые рекордные магнитные характеристики этих материалов. Вот именно в этой лаборатории такие материалы разрабатываются. Следующий проект посвящен материалам солнечной энергетики. Вы знаете, ну, по крайней мере, слышали многие из вас, что материалы солнечной энергетики летают в космосе. Сначала это были кремниевые материалы, сейчас это материалы, так называемые, на основе гетероструктур. Там специальные, значит, пленки используются, они легкие, но очень дорогие и очень сложные в изготовлении. Здесь предлагается использовать материалы на основе перовскитов. Это органическая электроника, органическая фотовольтаика. Значит, в чем идея? Если вы имеете органический материал, то вы можете получить довольно просто, простыми методами, близкими
Простая технология. Технология заключается в том, что наносится как бы как краска, как лакокраска наносятся эти слои полупроводниковые, и потом это может быть использовано для, как источник энергии. Вы знаете про LED-телевизоры? Они сейчас лучшие в мире. А когда-то, 20-15 лет назад, говорили, да они нестабильны, они не смогут работать, они никак не уживутся по сравнению с теми уже хорошо известными, зарекомендовавшими себя технологиями. Точно так же мы видим будущее и в этих перовскитных батареях. Ну и, наконец, последний проект, который сейчас был запущен, это проект по разработке сплавов Гейслера для термобатарей. Ну, тут еще, значит, для спинтроники. Я думаю, что сейчас не будем погружаться далеко в область науки, связанной с тем, что это за эффект и так далее. Но термобатарея — это тоже получение энергии. Если у вас есть холодная и горячая два источника, то между ними, поставив термобатарею, вы можете извлекать электричество из этой батареи. И, в частности, в космосе вместо раскрытия огромных панелей, которые сейчас в основном используются для энергообеспечения космических кораблей, можно использовать ядерную установку. В этой ядерной установке производится тепло, и есть холодная окружающая среда, которая, так сказать, будет позволять производить энергию. И КПД вот таких батарей очень высокое, и можно использовать это гораздо более эффективно, чем солнечные батареи. Не зависит, находишься ты в тени или на свету, и нет такой сложной конструкции. Конструкция будет очень компактная. Ну, я, пожалуй, наверное, на этом остановлюсь. Я предоставлю слово Дмитрию Андреевичу. Дмитрий Андреевич, расскажите о поступлении, о том, кого мы готовим. Ну, я дополню, наверное, вас немножко в том смысле, что давайте сделаем переход от научно-исследовательской деятельности к образовательной деятельности. Почему именно мы начали с научно-исследовательской? Потому что, в принципе, считается, что наш институт в основе своей является лидером в области исследования материалов. Конечно, когда мы смотрим по сторонам, мы видим в большей степени какие-то объекты, это машины, самолеты, ракеты, столы, банки, а не видим за этими материалами, изделиями, не видим материала. Как раз именно они и определяют то, что мы используем, ту эффективность, которая есть. Поэтому, к сожалению, как говорится, наша работа не видна прямым взглядом, но мы вносим довольно-таки значительный вклад в развитие этих новых материалов. Поэтому вот то, что говорил Сергей Дмитриевич, можно обобщить и сказать, что это конструкционные и функциональные материалы, используемые в очень широком диапазоне. Спецпредназначение, ракетостроение, авиация, космонавтика, атомная энергетика, альтернативная энергетика и, ну, давайте скажем так, и бытовые какие-то функционалы, которые есть. Потому что в каждом из гаджетов, которые есть, есть колоссальное количество функциональных материалов, выполняющих свои предназначения. В свою очередь, естественно, если говорить про образовательную составляющую, то мы готовим на все уровни, ведем подготовку по трем уровням. Это бакалавриат, магистратура и аспирантура. В бакалавриате 4 года, магистратура 2 года и аспирантура это 4 года. По направлениям это физика, электроника и наноэлектроника, материаловедение и еще два направления, связанные с нанотехнологиями, наноматериалами. Точно такая же состав у нас и в магистратуре. А вот если говорить про аспирантуры, поскольку сейчас совершенно другая система классификации, ну вот, наверное, видно, каким направлением это есть. Идея просто какая. Те ребята, которые заинтересовались наукой, углубились в нее и хотят ей заниматься, мы предоставляем возможности, начиная с бакалавриата, пройти весь этот путь и, наверное, в конечном итоге получить и кандидатские дипломы по кандидатов технических наук и физико-математических наук в данном случае. Если поподробнее рассказать, то на самом деле объем и спектр
обучения и подготовки специалистов можно назвать это практически весь комплекс неорганических материалов. Ну вот, как Сергей Дмитриевич сказал, то уже не только неорганические материалы, а мы уже и занимаемся и органическими, и полимерными материалами в данном случае. Поэтому вот сейчас представлен на картинке те направления, которые название программ бакалавриата, которые мы готовим. Я хочу просто сказать два слова о формате, который существует. У нас принята система, что первые два года, независимо на какую программу вы поступили, направление программы поступили, все студенты ИНМИНа получают общий образовательный базис. Это математика, физика, химия, информатика и другие общие предметы, которые есть. Именно они позволят в дальнейшем сделать из ребят специалистами в той или другой области. В свою очередь, это называется треками. Можно программами назвать, но назвали треками. Студенты сами уже могут выбрать тот трек, на который они хотят поступить, и уже по окончании, даже в процессе обучения на первом курсе, осуществить этот выбор. Познакомившись с лабораторией. Да, естественно. Специально есть дисциплина, которая позволяет познакомиться не только с отдельно взятым направлением и отдельно взятой кафедрой, а вообще со всеми кафедрами института ИНМИН. И в этом вопросе все студенты у нас посетят все кафедры и ознакомятся с лабораториями и центрами, вот, в том числе и о тех, которые... Это только рассказывались. Часть центров, которые запустились только в прошлом году. Да, к сожалению, если бы мы рассказывали про все кафедры, все лаборатории, все центры, наверное, мы не уложились в наш тайминг в этом вопросе. Пришлось бы это делать длительное время. Поэтому мы приглашаем вас посетить наш институт и МИСИС и, наверное, ознакомиться с теми лабораториями, центрами, которые есть, которые вас заинтересуют в этом вопросе. В свою очередь, естественно, как продолжением такого рода обучения, это является обучение в магистратуре. В магистратуре студенты выполняют научно-исследовательские... Основой обучения в магистратуре является выполнение своей научно-исследовательской работы. И этому уделяется большое количество времени. Они могут трудоустраиваться в лаборатории института, устраиваться в лаборатории наших партнеров, которыми мы тесно связаны и работаем с ними по разработке некоторых вещей и материалов. И в этом вопросе, в принципе, у них есть время и учиться, и работать по профессии в данном случае. То есть определить свою будущую специальность уже в процессе обучения. Если говорить про бакалавриат, то уже с третьего курса у студентов реализуется научно-исследовательская работа. В этой ситуации, естественно, как правило, ряд студентов продолжает эту работу после бакалавриата в магистратуре, а некоторые, наоборот, могут изменить свое направление и пойти на другие направления и в другие лаборатории заняться другими вещами. То есть выбор предоставляется студенту в данном случае на основании его возможностей, желания. Вот. Спасибо. Наверное, мы перейдем к ребятам, которые как раз в лабораториях и расскажут, что же все-таки реально представляет обучение и учеба в ИНМИНе и чем они занимаются на данный момент. С кого начнем? Там подключились наши студенты и аспиранты? Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Так, ну кто начнет? Давайте я. Меня зовут Полина Ковалева, я аспирант и уже сотрудник, инженер научно-образовательного центра биомедицинской инженерии. Так, ну, меня зовут Апера Максим, я магистр, но еще не сотрудник центра коллективного пользования материаловедения и металлургия, ну, магистр первого курса, вот в этом году учебном окончил бакалавриат, продолжая обучение на кафедре материаловедения полупроводников и диэлектриков.
Ну, давайте я расскажу немножко про свое обучение, потому что я учусь в университете МИСИС с бакалавриата и вот теперь уже до аспирантуры. В бакалавриате я заканчивала, скажем так, кафедру функциональных наносистем и высокотемпературных материалов и немножко по другому направлению делала научную работу, нежели сейчас. В магистратуру я уже поступала на специальную программу IPHD биоматериаловедения, которую я закончила, и вот сейчас продолжаю, скажем так, обучение в аспирантуре, и в то же время на протяжении всех этих лет я занималась научной работой и занимаюсь ей до сих пор, потому что это такая вещь вдохновляющая, и если вы приходите в университет МИСИС и вам нравится, вас вдохновляет научная работа, вы вряд ли получится так, что вы не найдете здесь места. Вы найдете именно то, чем вам интересно заниматься. Как вот, например, получилось у меня, потому что здесь сейчас в нашем центре мы занимаемся не только материаловедением, но еще и биологией. У нас есть инженеры, материаловеды, биологи, еще и медики, и все работают очень дружно, очень сплоченно между собой, потому что мы все задаемся общей целью. Ну и, соответственно, наш вклад, вклад материаловедов очень важен, потому что кто, как если не мы, разработает какой-то материал, который будет приятен для клеток, который будет стимулировать регенерацию каких-нибудь тканей в организме, запускать определенные процессы. Поэтому, естественно, конечно, материаловеды находят свое значение, большое значение в области биомедицинской инженерии, поэтому здесь вот открылся совершенно новенький центр, вот он, в котором мы сейчас продолжаем работать. К нам можно приходить как в бакалавриате, например, заниматься научной работой. У нас есть такие студенты, которые будут вот защищаться. Есть те, кто защищался в этом году и поступал к нам же в магистратуру. Программа IPHD биоматериаловедения проводится непосредственно у нас в лаборатории, много партнеров участвуют в ней, ну и аспирантуры, соответственно, тоже нас еще и трудоустраивают, чтобы мы могли как бы работать по грантам, по проектам и в то же время писать свои диссертации, аспирантские работы. Слово о том, что вы конкретно делаете, вот что, какая ваша тема? Я занимаюсь эффектом памяти формы полимерных материалов, то есть для медицинских адаптивных конструкций. То есть какие-то конструкции на основе полимеров, которые немножечко упростят работу врачам, где-то что-то могут поменять свою форму в зависимости от того, как мы запрограммируем наш материал. То есть такое применение умных материалов в медицине. Хорошо. Спасибо вам большое, Полина. Ну что, Максим, вы с нами? Да, я с вами и могу рассказать свою историю. Ну, то же самое примерно. Да, расскажите, да, о своей работе. Да, поступил. О своей работе? Ну, смотрите. Ну, нет, и как поступили, вы можете рассказать то, что вы хотите. Ну, поступил я в 2018 году, тоже на программу по, ну, материаловедению технологии материалов. Отучился в бакалавриате. На третьем курсе пришел на нашу кафедру. Знакомился с сотрудниками кафедры, с преподавателями, и вот когда я приходил уже к своему научному руководителю, свои интересы я сформулировал так, я попросил научить меня искусству просвечивающей электронной микроскопии, и как следствие, обучаясь не только этому методу, но также и рентгеновской дифрактиметрии, и сканирующей электронной микроскопии, подключился вот относительно недавно еще методика обработки, скажем, подготовки материалов для просвечивающей электронной микроскопии методом фокусирующего иного пучка. Другие методы тоже про подготовки более такие, скажем, тривиальные для метода. Вот, занимаюсь я, если по материалам, это термоэлектрические материалы на основе халькогенидов висмута, если мы также на основе там твердых растворов кремния и германия. Вот, но именно по интересам у меня вот методы исследования этих самых материалов. Вот, в процессе, скажем так, получения навыков в этой профессии я познакомился с сотрудниками Института общей физики Российской академии наук, и вот после окончания бакалавриата они пригласили меня работать в этот институт. Сейчас вот как раз-таки там работаю, тоже занимаюсь рентгеновской дифрактометрией. Ну, точнее, рентгенофазовым анализом, это тут как одно из приложений рентгеновской дифрактометрии. И вообще я очень рад, то, что действительно я оказался и здесь, и в МИСИСе, и в Институте общей физики.
действительно, наш университет огромные возможности предоставляет каждому студенту. Вот эти первые два общих курса в начале обучения позволяют вам не просто вот как-то строго выбрать кафедру в самом начале и потом там как-то ошибиться. Нет, вы можете за два эти года просто со всеми спектрами нашего института познакомиться, найти что-то себе по душе, что-то изменить, поменять. То есть в этом, с этим проблем никаких нет. Но действительно, вот у нас то ли слоган есть какой-то в университете, то ли какое-то такое правило, то, что вот как бы все для студентов, да, студент превыше всего, это действительно так. То есть вот три, наверное, лучших выбора в моей жизни – это вот МИСИС сначала, потом кафедра, потом там научный руководитель. Так что я максимально счастлив. Дальше планирую вот, ну, заканчивать магистратуру, поступать сюда в аспирантуру, заниматься научной деятельностью и преподавать в перспективе. Университет всем спасибо, Максим. А в аспирантуру пойдете, да? Да, да, конечно. Тут вообще без вариантов. Тут обязательно аспирантура. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, в общем, это вот то, что мы запланировали рассказать в рамках этого вебинара для наших будущих абитуриентов. А теперь мы, наверное, ответим на вопросы. Вот там у нас уже есть ряд вопросов, и мы начнем их оглашать. Вы можете писать их в чате, мы будем их видеть и постараемся на все по возможности ответить. Вот первый вопрос. Можно ли к вам поступить с химией? Имеется в виду, наверное, если ЕГЭ по химии будет, можно. Нужно иметь три сданных ЕГЭ. Это русский язык, математика. И на выбор один из трех предметов. Это физика, химия или информатика. Для обучения у вас нужен высокий уровень химии или мне помогут подтянуть ее на первом курсе? Вопрос опять про химию. Химия – больной вопрос вообще для школьников, конечно. Но действительно, химии часто не хватает для у абитуриентов, когда они к нам поступают, у наших студентов, первокурсников. И у нас есть специальные такие меры мы принимаем для того, чтобы эту химию студенты знали лучше. Мы дополнительные занятия по химии проводим с этими студентами. И если есть у человека желание и мотивация освоить химию, мы обязательно им помогаем. Не для того, чтобы просто сдать, а для того, чтобы эта химия понадобилась. Потому что знание химии — это тоже, в общем, наука, которая нас окружает. Очень нужное и очень важное для обучения в нашем институте. Значит, я заканчиваю колледж. Смогу ли я к вам поступить без ЕГЭ? Дмитрий Андреевич, может быть, ну, вы ответите. Выпускники колледжа и техникумов могут поступить в ИНМИН, но им надо будет сдавать специальные экзамены. Это профильные экзамены, которые реализует МИСИС. Да, вы можете поступить. Какие научные разработки осуществляют ваши студенты? По-моему, мы так много об этом рассказали. Ну, все научные разработки. Дело в том, что каждый студент занимается обязательно научной работой. Вот Дмитрий Андреевич уже это сказал в своем слове. Я только могу добавить, что каждая научная работа индивидуальна. Она отличается. Нет одинаковых двух похожих научных работ у разных дипломов. И, как правило, хорошие работы обязательно сопровождаются публикациями в хороших журналах. То есть у вас уже после окончания вуза будет иметься такое заслуженное резюме, которое очень конкурентно будет на внешнем рынке для трудоустройства. Я могу только добавить то, что студенты — это двигатель наших научно-исследовательских разработок, и именно они работают в лабораториях и в дальнейшем становятся и сотрудниками этих лабораторий. Поэтому без них никак. Единственное, что говорить, мы постарались сохранить формат выпускных работ специалитета, тогда, когда действительно это предоставляется к защите научно-исследовательские работы какие-то.
И это реализуем даже в бакалавриате. А уж магистерская работа, ну, называется диссертацией. Да, магистерская диссертация. Да. Значит, могу ли я получать какие-то дополнительные стипендии при обучении в вашем институте? Если да, то какие? Ну, это я опять предлагаю члену стипендиальной комиссии ответить. Ну, если говорить про стипендии, у нас есть базовая стипендия. Ее получают все студенты, которые учатся на 4 и 5. Также студенты могут претендовать на повышенные государственные стипендии. Это 10-12 тысяч каждый, а то и больше иногда бывает. Это в зависимости от индексации этих стипендий. Они связаны уже либо с учебной деятельностью. Например, если студент 2 семестра учится на отлично, то он может получить эту стипендию. 3 тоже. Семестра, если учится. Если он занимается научно-исследовательской деятельностью, то есть он участвует в конференциях, у него есть публикационная активность, он участвует в конкурсах, которые проводятся, в том числе и международных конкурсах, всероссийских, международных, хакатонах и тому подобные. И он участвует в конкурсе на получение этой стипендии. Соответственно, лучшим платится повышенная государственная стипендия. Ну, давайте скажем так, иногда она достигает там чуть ли не 20 тысяч, получается, ну, в таком духе. Есть стипендии президента, есть стипендии правительства. Есть еще стипендия правительства, президентства, мэрии Москвы есть стипендии. А также у нас есть именные стипендии, которые формируются за счет нашего эндаумент-фонда, который также дополнительно выплачивает за активную научно-исследовательскую деятельность студентам дополнительные деньги в данном случае. Поэтому, в принципе, стипендии довольно-таки значимые и большие могут быть. Спасибо. Значит, у студентов проходят пары в лабораториях, вопрос задается. Ну, если это лабораторные работы, конечно, они проходят в лабораториях. Но если это исследовательская работа, она не обязательно там по парам, по расписанию, она может быть, иметь гибкий график, и студенты в лабораториях выполняют свою исследовательскую работу вне, так сказать, прямого такого учебного плана. Хотя, конечно, и в пределах учебного плана довольно много исследовательских работ проходит в лабораториях. Вообще вся жизнь студента проходит либо в аудитории, либо в лаборатории. Значит, в аудитории готовятся семинары, там лекции, а в лабораториях вся остальная работа. В общем, студентам нравится, когда они допущены в лабораторию и могут там проводить время. Ну, одна из проблем у нас возникала, когда на дистанционную мы уходили. Лекции, практические занятия, это все освоили. А вот как проводить лабораторных работ, которых у нас довольно-таки значительное количество, много, это была одна из проблем, которые у нас есть. Поэтому без этого мы никак не можем. Да. Так же, как и без практики. Да, это следующий вопрос. Мне предложат место прохождения практики? Вот, конечно, предложат. Да, безусловно, не просто предложат, а вас направят на эту практику, предоставят такую возможность проходить практику. Но, несмотря на это, вы можете, так скажем, если уже определено ваше будущее, и вы хотите связать с определенной организацией это будущее, естественно, такая возможность коррелировать наши действия с этими организациями, естественно, если она входит в рамках той специальности, которую вы выбрали, того направления, которое вы выбрали, это такого формата реализуемо. Ну вот именно то, что было связано с выбором практики, тут и заложено. Выбор специальности и направления, да, трека, на который идет студент. Если вы идете после окончания второго курса на тот или иной трек подготовки, то в соответствии с этим треком необходимы определенные знания, которые, практические знания, которые вы получаете именно на том предприятии или в той лаборатории или институте, которая связана с этим образовательным треком.
Поэтому, безусловно, подбираются эти места, но мы рассматриваем и предложения студентов иногда. Дело в том, что у нас бывают студенты из регионов, которые хотят работать, допустим, на определенном предприятии после окончания института. Вернуться. Вернуться к себе и продолжить свою карьеру на родине. Или, может быть, где-то в другом месте. Если студент предлагает такое место, то это тоже обсуждаемо, и всегда можно в этом смысле договориться. Значит, я буду сдавать, кроме физику, еще информатику. Я где-то смогу применить свои знания при обучении в вашем институте. Но вот должен вам сказать, что языковая подготовка, информатика, они являются такими базовыми, без которых, в принципе, ни по какому направлению нельзя, в общем, развиваться, не обладая этими знаниями. Поэтому информатика у нас тоже уделяет специальное внимание, специальные курсы и методы подготовки. Но это то, что каждый должен знать в современном мире, независимо от той специальности, того направления, которое вы занимаетесь. Хотя есть, конечно, и чисто информационные направления, но это, во-первых, специальные наши приложения, и есть такие, так сказать, направления моделирования и так далее. И есть и институт специальный в рамках нашего университета. Ну, наверное, еще можно добавить, что направления, связанные с информационными технологиями, мы не только поддерживаем, а расширяем. И в этом вопросе идет и ряд направлений, связанных с развитием в этой области. Также можно сказать, что сейчас сформирован комплекс компетенций. Они характеризуются тем, что мы готовим в области информатики, или, лучше так скажем, затрагиваем эту область тем, что формируем компетенции для использования именно людей в области научно-исследовательских знаний. Это алгоритмизация процессов, это использование баз данных, это использование специализированного программного обеспечения. Ну, к сожалению, в разных направлениях. Почему к сожалению? Потому что их очень много. И обучить всех, наверное, будет сложно, но в рамках каждого из направлений обучения они имеют свой характер и свой набор. Там, проектирование каких-то деталей, изделий, машин, механизмов. Подытоживая, информатика нужна. И не просто нужна, она у нас развивается, и в принципе и на первых курсах как базовое, и на старших курсах уже как прикладное использование. Еще много вопросов, надо, наверное, двигаться побыстрее. Что важнее для обучения в вашем институте, физика или химия? Ну, знаете, и то важно. Вообще, у нас даже есть предмет такой, физическая химия. И вы видели, кафедра существует, кафедра физической химии. Без физики, ну, есть направление, где больше физики, наверное, есть направление, где больше немного химии, но, в общем-то, и то важно. Сколько дней в неделю я буду обучаться, сколько в среднем пар в день? Дмитрий Андреевич, вот ответьте. Ну, студент у нас обучается 7 на 24, если так говорить. Но это, конечно, скорее шутка, чем... А если говорить про аудиторные занятия, наверное, вот так лучше было бы характеризовать этот вопрос. Аудиторные занятия проходят у нас 6 дней в неделю, но в реальном расписании обычно это участвует 5 дней в неделю. Один день все-таки дополнительно выделяется студенту для самостоятельной подготовки. Единственное, это может быть не обязательно суббота. То есть студент, это может быть пятница, это может быть четверг в этом вопросе. И если говорить про количество пар, то в среднем это 2 до 4 пар. Вот. Но перераспределенные в течение всего всей недели. Ваше направление физика — это больше прикладная или теоретическая физика? Ну, есть и то, и то. И вот если вы посмотрите на наши, значит, программы и треки, которые мы готовим, значит, есть прикладные направления, это больше связано с кафедрой физической химии, а есть более теоретические направления, это связано с кафедрой теоретической физики и квантовых технологий. Хотя, так сказать, обратно возвращаемся к вопросу, что и то, и другое очень важно. И отрывать одно от другого, наверное, неправильно.
Так, здравствуйте. Можно вопрос не совсем по теме. Можете рассказать и передать про передовую инженерную школу материаловедения, аддитивные и сквозные технологии? Туда можно поступить на бакалавриат? Ну, это не ИНМИН. Или только на магистратуру? Только на магистратуру. Значит, это магистратура, это то, что мы знаем, значит, это первое. А второе, значит, в передовую инженерную школу сейчас открывается ряд программ. Вот, значит, 23-го года, по-моему, 12 или 10 программ. 8 программ открывается, но это для магистрантов. Естественно, туда можно будет поступить. Добрый день. В чем отличие направления обучения материаловедения от направления наноматериалов? И правильно ли я понимаю, что на эти направления разный проходной балл? Значит, вот по поводу проходного балла. Это отдельная история. Но первая часть вопроса, одно ли это и то же или нет, я бы так ответил, так сказать, это близкие направления, хотя материаловедение — это очень широкое направление, гораздо шире, чем наноматериалы. А наноматериалы — это тоже часть материаловедения, но, значит, когда мы стремимся показать или изучить материал на уровне уже структурном таком, очень, что ли, мелком, да, когда мы видим нано-области этого материала, и в зависимости от того, существуют эти нано-области, какие свойства они имеют, формируются общие свойства материала, вот это наноматериалы. Но в принципе, я должен сказать, что вещи это близкие. Вот мы называемся сейчас Институт новых материалов и нанотехнологий. А уже принято решение о том, чтобы мы назывались более крупно. Мы будем называться Институт новых материалов. И точно так же, как и другие институты, постепенно укрупняют свои названия, чтобы не замыкаться на каких-то конкретностях, а заниматься более широким спектром вопросов. А то, что на наноуровне нужно изучать материалы, это безусловно. Я думаю, что вот, отвечая на вторую часть вопроса, разный ли проходной балл, я думаю, что он может быть, безусловно, разный. Это, как бы так сказать, конкурсная ситуация, когда разные люди забирают документы, приносят документы, и это все время плавающий, значит, проходной балл. Но для того, чтобы учиться на том направлении, на котором вы хотите, а вы ведь имеете право подать на несколько направлений свои документы, вам важно подать на те направления, которые будут в нашем институте. Если вы подадите на разные направления в нашем институте, то мы при любых, как говорится, там перипетиях сможем вас через 2 года перевести на то направление, которое вас интересует. Потому что, в принципе, довольно сложно школьнику выбрать окончательно, что он хочет и что он видит в своей будущей профессии. Поэтому мы эту вариативность предоставляем. Документы надо подавать на несколько направлений, а баллы, они в один год могут быть на одном направлении выше, в другом году будут на другом направлении выше. Эта ситуация менее стабильная, чем образовательный процесс, который осуществляет институт. К сожалению, это конъюнктурная такая вещь в этом вопросе. И действительно, у нас существует возможность перехода с одного направления на другое направление подготовки, с одной программы подготовки на другую программу подготовки. В течение 2 лет обучения это происходит без каких-либо нибудь досдач, пересдач, просто по заявлению студента такого рода. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нужен ли хороший уровень знаний иностранных языков? Ну, безусловно, он нужен, но он нужен не столько при поступлении,
сколько для того, чтобы успешно закончить институт и продолжать свою деятельность исследователя. Мы готовим в основном исследователей. Поэтому у нас уделяется иностранному языку огромное такое внимание. Мы много занимаемся с первокурсниками, второкурсниками иностранным языком, и дальше иностранный язык сопровождает студентов по всей его, так сказать, траектории обучения. Дело в том, что много очень информации идет на английском языке. Некоторые специальные вопросы связаны с тем, что нам нужно изучать и немецкий, и французский язык, если хочется продолжить образование в Германии или во Франции. Поэтому иностранные языки важны и нужны. И мы помогаем студентам освоить его на очень высоком уровне. Ну, значит, у нас два года они плотно по три пары в неделю изучают английский язык, а потом сдают некие подобия экзамена уровня IELTS. Да, это международный уровень. Ну, IELTS сейчас не сдают, сейчас, но уровень. Да. Но уровень соответствующий. Мы много сил потратили на вот то, чтобы поставить это обучение на такой международный уровень иностранному языку. И, в общем, результаты налицо. Наши студенты при окончании института разговаривают на английском языке и пользуются успешной литературой. Ну, я не вижу больше вопросов. Нет больше у нас вопросов? Тогда что ж, будем заканчивать. Да, давайте. Большое вам спасибо за то, что вы подключились. Приходите к нам в НИСИС, в НМИН. Вообще, это правильная позиция. Никогда вы пытаетесь что-то понять, вот, только вот общаясь с компьютером, о том направлении подготовки, которое вы выберете, а все-таки прийти и посмотреть, на что сердце, как говорится, подскажет. Лучше увидеть, чем много раз услышать. Поэтому, а мы предоставляем для этого возможность. Любой ваш звонок, значит, и мы вам устраиваем экскурсии в те лаборатории, на те подразделения, которые вы хотите. У нас на сайте есть объявление, когда мы проводим эти экскурсии. Разные институты, разные лаборатории, подразделения этим занимаются. Вы можете посетить эти экскурсии. Если вам понадобится еще раз, ну, тогда надо будет специально договориться именно в то место попасть, куда вы захотите. И если это будет один человек, или родители, или, может быть, целый класс, мы, как говорится, приглашаем и всегда будем рады вас видеть. Живое общение с живыми людьми. Да. Спасибо большое и всего вам самого лучшего. Сделайте правильный выбор. Успехов.